ребят, расскажите, какие в команде эмоции после важной победы над Спартаком? Эмоции, конечно же, положительные. Все очень рады такому отличному результату. Но это уже в прошлом. Сейчас есть предстоящая игра с Уралом, поэтому очень тщательно готовимся к ней. В последнее время вы стали появляться на поле вместе. Расскажите, как вам играется друг с другом, как друг друга чувствуете? Прекрасно. Мы с Лешей давно взаимодействуем хорошо. Сейчас начнем только раскрываться. Дай бог, и дальше так пойдет, и начнем больше забивать, радовать болельщиков. Да, главное, чтобы был результат. Но есть какая-то особая связь вот между братьями на поле, чувствуется? Ну, между братьями-близнецами, я думаю, всегда что-то есть, да, так что и на поле не исключено. Вы вдвоем и Фернандеш попали после прошедшего тура в символическую сборную тура. Что в целом думаете об этом? Приятно? Ну, конечно же, приятно. Но это не показатель. Есть всегда предстоящие игры, на которых надо выкладываться и попадать в следующий тур, в сборную тура, как бы. Поэтому, ну, безусловно, приятно, что люди отмечают и видят, что мы усердно работаем. С Уралом будем играть только на победу. Конечно. Что за вопрос? Не узнаю.